Здравствуйте, друзья. Почти каждый день пишут мне и говорят: скажите, Михаил, когда будет до розыгрыш лотереи, которая вот, значит, 2018, которая отыграла в мае месяце, когда будет до розыгрыш? И я хочу сказать, что мы не знаем. Никто не знает. Если кто-то говорит, что знает, он неправильно говорит. Но фишка вся в том, что значительное количество людей, которые вроде бы выиграли, ну то есть реально выиграли, не обращается за продолжением процесса. Поэтому изначально разыгрывается больше номеров. Когда тираж происходит, часть номеров открывается, не все. То есть дополнительно тянуть ничего не будут, все номера уже известны. Открывается часть номеров, если их не хватает, тогда открывается больше номеров. И это как бы не бог весть какая закрытая информация, ну как мы с вами владеем. Я хотел дать вам некоторую статистику за лотерею DV2015 по невостребованию выигрышей. Вот может показаться, что это связано с идеологией, с пропагандой, что вот человек выиграл, ему говорят: что ж ты, гад, родину, значит, бросишь там, а что тебе там дадут и так далее. Вот такое психологическое такое воздействие. Нет, не похоже. Значит, в Африке, друзья, 32% выигравших не продолжают. Казалось бы, уже в Африке живут, не продолжают. В Европе 35-36%. Ну, то есть, практически то же самое. В Азии 27-28%. Нельзя сказать, чтобы кардинально отличалось. В Южной Америке около 38%. Вот, друзья, где настоящий патриотизм. Или просто нет денег, чтобы визу там оформлять и так далее. Вот. И в Океании... Казалось бы, что там Океания? 42%. Вот живут люди на острове, думают: да, все есть, ну куда они? Вот и так вот и не едут. 42%. Поэтому я к чему говорю? Вы в основном, вот те, кто нас смотрит, в основном от Европы, надо полагать, играете. Хотя не все. Вот, и у вас 35-36% выигрышей отвалится. Поэтому, соответственно, открывается довольно большое окошко, но они, зная это, они заранее делают запасом, они не вытаскивают сразу 50 тысяч, они больше делают. Но, тем не менее, вот такая возможность. Что я хочу сказать, если только это в этом году будет, если до розыгрыш будет, мы будем первыми, кто вам об этом расскажет, во всяком случае не последними. Вот следите за нашим каналом, я, друзья, я могу сказать, подписывайтесь и так далее, но... Это в ваших интересах, собственно, поэтому мне даже как-то неудобно вам предлагать. То есть, если вам не нужно, так вам не нужно. А если нужна информация и все дела, значит, подписывайтесь, ставите лайк и ждете следующих выпусков. Счастливо!